Наконец-то к очереди у нас дошла, пока дождички покрасить надо. Тут у нас второй этаж. Вообще еще не покрашенный. Ничего тут не делалось. И вот будем сегодня вот этой комнаткой заниматься. С таким тут она аппендиксом. Вот в этот аппендикс я хочу встроенный шкафчик сделать. Вот сейчас потолочек будем красить. Вот покрасили мы здесь потолок. Потолок. Покрасили дверку. Двери хочу сделать все белые. Здесь будут. Вообще люблю светлые такие тона. Хотела сегодня еще вот докрасить окошко. С этой стороны они у нас будут белые. Но сегодня хорошая погода. И, наверное, буду заниматься в огороде. А то там за 2 дня дождей все заросло. Кстати, посмотрите, как у нас тут живут соседи. Очень удобно наблюдать. У нас много продается участков. И вот эти вот 2 участка тоже вот сейчас объединились, получается. Купили второй домик, вот тот белый, отстроили. Вот этот участок тоже самое. Прикупили, вот там за ними тоже участочек еще был. Они тоже купили, тоже увеличили. Ну, потому что здесь изначально 6 соток, это очень мало на самом деле. Вот, краску, которую использую я, это Винха Тикуриловская. Вообще у нас все текурилы мы красим. Нравится мне эта краска хорошая. Вот что касается стен. Краску еще не покупали. Но я не люблю вот такое дерево оставлять. Поэтому думаю сейчас, чем я буду красить. Ну, что-то светлое. Потому что комната, окна выходят на северо-запад. И солнце здесь только во второй половине дня, вот, поэтому что-нибудь светлое, но пока не придумала. В том доме у нас, где кухня, у нас стены покрашены тоже в белый цвет, но они у нас белые, такой прозрачный, вот, то есть там проступает древесина. Здесь я, наверное, такого делать не буду, не хочу, хотя древесина сама по себе здесь достаточно симпатичная, много сучков вот этих вот всяких. Ну, посмотрим. В общем, еще пока не решила. У нас тут вот еще 2 комнаты. Все это предстоит красить. Все это предстоит нам покрасить. Лестницу. В общем, дел полно. Но летом этим заниматься, вот когда тепло и жарко, неохота. Мне просто не хватает рук. Вот. Здесь надо еще сделать лестницу на чердак, поэтому здесь мы ничего еще не делали. Чердак, не знаю, там еще чердак утеплять надо, все это все делать. Вот, вот такие дела. Сегодня пойду сейчас заниматься огородиком.